Трактор СМ-2400 полноприводный шарнирно-сочлененный компанией «Россельмаш». Компанией «Россельмаш» в 2018 году в серийное производство в городе Ростов-на-Дону был запущен новый полноприводный шарнирно-сочлененный трактор СМ-2400, который является расширенной версией трактора модели 2375, выпускаемый на площадке «Россельмаш» и предназначенный для средних и крупных хозяйств, нуждающихся в быстрой, глубокой и поверхностной почвеобработке больших площадей. Самым главным отличием от модели 2375, установившей в 2018 году рекорд дискования, является шестицилиндровый турбированный дизельный двигатель Сумминску СМ-11, максимальная мощность 433 лошадиных силы, а также производительностью гидравлической системы Хифлов с закрытым центром и управлением реакцией нагрузки, и производительностью насосов 230 литров в минуту. Технические характеристики трактора РСМ-2400. Двигатель Сумминску СМ-11. Объем 10,8 литров, 6 цилиндров, 24 клапана, электронный впрыск, турбонаду, фитросепаратор. Мощность номинальная максимальная 405 лошадиных сил, 433 лошадиных силы. Крутящий момент 1898 ньютон-метров при 1400 оборотов в минуту. Максимальная скорость 35 км в час. Объем топливного бака общий полезный 927 литров, 871 литров. Автопилот. Трансмиссия МКПП QuadShift 12x4. Мосты с усиленными внешними бортовыми редукторами. Колеса передние и задние, ширина, высота профиля и радиус. ММДЮ испаренные 520-85R42, испаренные 710-70R38. Гидравлическая система Hdraflov тип Atlossit Center Light Sensing System с закрытым центром управляемой реакцией нагрузки. 4 пары гидромуфт 200-210 бар с линией обратного слива без давления 5-6 пар гидромуфт. Производительность гидросистемы 170 литров в минуту, расход до 104 литра в минуту, на контур 230 литров в минуту. Тяговый брус, вертикальная нагрузка 2722 кг, диаметр пальца 51 мм, усиленный 4082 кг. ВОМ 1000 оборотов в минуту, вала 44,5 мм, 20 шлицев, трехточечная навеска ЦАТЫВ-Национально с рамкой для быстрой сцепки 5900 кг. Габариты с шинами 520-85R42 и с шинами 710-70R38. Длина 7340 мм. Колесная база, длина 3380 мм. Колесная база, ширина 1829 мм, 3275 мм на спарке и 1917 мм, 3925 мм на спарке. Ширина на одинарных шинах 2640 мм и 2655 мм. Ширина на сдвоенных шинах 3814 мм и 4635 мм. Диаметр разворота минимальный максимальный 8,69 м, 9,73 м. Всем удачи!